Администрация и профсоюзный комитет сердечно поздравляют дорогих коллег, ветеранов и неработающих пенсионеров Лидских электрических сетей с Днем энергетика, а также Рождеством и Новым годом. В этот день желаем вам успехов и стабильной работы. Пусть в жизни вас сопровождает удача во всем. Пусть не иссякает энергия добра, будет свет и тепло в вашем доме, а ваши сердца согреет любовь близких людей. Пусть новый 2018 год принесет вам много радости и счастья. Радости от успешно выполненной работы и реализации задуманного. Счастья от общения с единомышленниками, коллегами, друзьями и близкими. Под ней стоит молоденький студент.